Итак, мы сейчас находимся в Белгородской области. Нас в районе 500 человек с оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях, абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного удовольствия. Ровным счетом ничего. Сейчас также неизвестно, кто, куда едет, к какой части приписаны. Оружие на руках, но оно не записано на нас. Статья 222 Уголовного кодекса. И один автомат не прописан в нашем военнике. Это статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отношения скотские от офицеров. Мы никому не нужны. Подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охеренное количество бабок, чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны. Были найдены в части. Они просто были найдены на улице в части. Физически неуравновешенные.